Саша, а ты хочешь быть взрослой? А для чего? Чтоб я работала. А вот во сколько лет становится взрослой? После 10. То есть... А может быть и даже после 5. То есть 11 лет это уже взрослый? Ну конечно, ты ж подросток. А подросток, как известно, он взрослый. А если ты... А бывают такие взрослые дети. Это сын, которому уже по 30. По 40? Да, по 40 лет, но они все равно еще играют в игры и любят всех. И в душе они кто? Дети. Во сколько лет становятся взрослыми? Ну, очень-очень долго ждать. Да во сколько? В 13, 14. Ты хочешь стать взрослым? Да. Зачем? Не знаю. Ну зачем? Бизнес открыть. Во сколько лет становится взрослым? Лет в 25. Лет в 25. То есть четверть века прошло, ты уже взрослый. Хотела бы сама стать взрослой? Молодец. Зачем? А во сколько лет становится взрослым? Ну, в 30, 20, еще сколько. Ну, в 20 или в 30? 30. 30. Да. Родители, послушайте совет наш. Приходя за покупками в Пассаж, отводите ребенку в песочницу на третий этаж. Кстати, здесь рядышком можно отметить шикарное детское день рождения.